Итак, друзья мои, могу показать, все-таки нашел, как вытащить этот вопрос с наложениями. Могу показать короткое решение, если вам лень чистить карту, делать полный вайп и так далее. Вот если у вас какая-то программа, как у меня в частности сейчас будильник, требует для задачи мелодии, ну, в частности, для любого действия, разрешения. Но оно говорит, что я не могу, потому что обнаружено наложение. Открываем настройки. Ну и что мы делаем? Мы методом тыка отрубаем, что мы думаем, нам мешает. Вот у меня на экране было отображение системных данных. Я думаю, что оно мешало. На самом деле, каждый должен на шару придумывать. Пробую заново выставить. 9. Вот и все. То есть у меня какая программа мешала, я знаю, потому что она была нарисована поверх интерфейса с собственным установлением, куда ее пихать и так далее. Вот я все выбрал, да, выставил. После этого я могу заново запустить эту программу, и она опять запросит себе разрешить наложение. И все. И проблем с этим нет, только найти надо. Вот она. Мы выключаем и опять включаем. И он говорит, разрешить наложение. Да, разрешаю. Все, она работает снова. И будильник у нас, как мне и хотелось, с мелодией подъем. Так что вот такое вот короткое видео, как побороть быренько, не совсем правильно, но все-таки побороть вот эти наложения. Напоминаю, более правильный метод это сделать вайп, удалить с карты памяти все, что может быть связано с андроидом, оставить только ваши там картинки, мелодии, все такое. Все, что системное, все нахрен вычистить. Удалить также невидимые файлы, начинающиеся с точки и так далее. То есть всунуть карту в компьютер и там все почистить. Или открыть ES Explorer, Root Explorer, еще чем-нибудь. То есть файл-менеджерами с доступом к системным невидимым файлам. Ну и тогда у вас эта ошибка уберется полностью. Но короткая система убирания этой ошибки, вот я вам ее показал. То есть нужно найти программу, которая запросит доступ к этим всем наложениям, после чего отключить то, что вы подозреваете. Вот я, в частности, показал программу, которую я подозреваю. На самом деле я угадал, что она мешает. После этого выставить все настройки, потом опять нажать на эту программу, если она вам нужна, опять разрешить ей наложение. И все. Вот такой вот замкнутый круг небольшой, но это защищенность Android 6, чтобы никто в него не влезал. То есть, если какая вирусяка сделает надстройку, он также вам про это скажет. Так что по этой системе можно понять, есть у вас что-то в системе или нет. Всем пока, с вами опять был админ сайта latuha.ru. Удачи и надеюсь на подписку.